которые принимают участие. Сразу три, завтра стой, говорит. Давайте поаплодируем, проводим путь наших участников. Я напоминаю, что открытый чемпионат. Выстрел стартового пистолета и десятки спортсменов и любителей устремились к финишу. Около 250 участников самых разных возрастов и уровней подготовки, представители различных спортивных дисциплин из 13 муниципальных образований Владимирской области, а также Москвы и города Шуи Ивановской области, на древней Муромской земле собрал праздник спорта. В качестве ведущего и комментатора соревнований, человек, для которого легкая атлетика больше, чем спорт, судья международной категории, помощник главы округа Муром Николай Войтенко. Мне очень приятно, что сегодня погода удалась. Соревнования, можно сказать, прошли на хорошем уровне. Сегодня здесь присутствуют и многие ветераны легкой атлетики, люди, которым не безразлична судьба вообще будущего поколения. И нам очень приятно, что среди участников есть и дети, которые только начинают свой путь в большой спорт. Поэтому всем большое спасибо. Легкая атлетика – королева спорта. Так говорят о ней люди, которые уже более 50 лет занимаются бегом. Евгений Палагин и Евгений Фомин – старейшие участники соревнований. В их богатой спортивной карьере было немало крупных турниров. Сейчас бег – это способ быть в тонусе и чувствовать себя молодым. На пробеге мы, клуб любитель бега «Город Владимир», выступаем во всех городах. И в такие пробеги, как праздник в этом уровне, прекрасная трасса, прекрасный город. Да. По набережной легко бежится, дышится. И, одним словом, движение – это жизнь. Ветераны верят, что на их смену придут молодые талантливые спортсмены. Победитель забега в младшей возрастной категории Саша Алексеев – яркий тому пример. Сейчас мальчику 11 лет. С 7 Саша занимается легкой атлетикой и не скрывает, что цели в спорте он ставит самые высокие. Хочу стать лучшим бегунистом. Ну. В мире или России? Ну, России. Для начала России. Да. А вот победитель главного забега среди мужчин на дистанции 8 километров, владимирский профессиональный спортсмен Артем Кувтырев, о своих целях не рассказал, зато признался, что приехал в Муром за победой. Достаточно легко далась победа. Я приехал сюда именно за победой и бежал в своем темпе. По итогам соревнований муромская команда заняла первое место в общекомандном зачете. Прекрасную организацию первенства отметил главный судья соревнований Михаил Ермишин. Постарались все службы провести это мероприятие на очень высоком уровне. Я думаю, что нам это удалось, потому что все гости, участники соревнований, представители, все были очень довольны, выразили нам благодарность за проведение и пожелали, чтобы эти соревнования впредь проходили большое в городе Муроме. Разумеется, муромцы этому будут только рады. Наш город имеет богатые спортивные традиции, которые из года в год объединяют любителей спорта из разных уголков России в едином стремлении быть быстрее, выше и сильнее. Александр Сидоров, Новости 24, Муром.